Это один в один. Тупой четверг. Плохо ли это? Нет, это неплохо. Всем привет, тупой четверг. Сегодня у нас простенький выпуск. Быстренько разберемся с вот этой историей. Это очередной ММДЭМС. Вы все знаете, что в России в основном ММДЭМС двух видов. Желтый и красный. С орехами и без орехов. Но, как показывает практика, даже по моим выпускам можно отследить, ММДЭМСов огромное количество разных. Есть офигенный ММДЭМС лимонный пирог, есть с брауни, есть с арахисовой пастой вместо орешков, есть еще какой-то, мы пробовали, уже забыл какой. Прикольно, в общем, а это ММДЭМС шоколадные яйца. Более хайповый человек, который лучше следит за повесткой, записал бы, конечно, к Пасхе этот выпуск. И такой: о, пасхальная неделя, а у нас вот шоколадные ММДЭМСы в виде шоколадных яиц. И такой лошара, как я, конечно же, пишет его просто так, потому что у него есть ММДЭМС в виде яйца. Открываем, высыпаем. И да, это ММДЭМСы в виде яиц. Вот так они выглядят. Вот такие вот. Вот такие. Зеленые, голубенькие. Сыплю все. Оп. Нет, еще не все. Ладно, все. Вот все ММДЭМС. Кстати, я вот знаю, что в Америке есть примет какая-то по тому, какой ММДЭМС себе вытащится из пачки, но не помню уж, какой именно примета, что там, что предвещает. Если у вас есть какие-то сведения об этом, напишите, пожалуйста, мне интересно. Потому что я вот вытащил первый сейчас желтый, и к чему приведет это меня в моей жизни. Давайте попробуем. Знаете, это один в один обычный ММДЭМС без орехов, но больше. То есть, видимо, это просто форм-фактор какой-то пасхальный, потому что нужен для оформления каких-нибудь куличей, каких-нибудь этих пасхальных десертов, потому что на вкус это просто обычный рядовой ММДЭМС без ореха, шоколад и глазурь. Но плохо ли это? Нет, это неплохо. Можно ли это есть? Конечно, можно, это шоколад в глазури, что бы его нельзя есть. Короче, увидите, купите, посмотрите, но ничего, никакой приколюхи особой в нем нет. Ну, яйца шоколадные, да яйца шоколадные. И в выпуске, получается, тоже никакой особой приколюхи нет, но он вышел, и это замечательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всех люблю, кроме некоторых. Пока!